О, Мику! О, Мику и ее брат Мику! Они что тут только вдвоем учатся? О, давай тест! Actually, there is something that I need help with. А, попросить? This is really embarrassing, but, well, I lost... А я потеряла мой брат. Я же поможу. Она потеряла свой листик. Так, ну что, поможем девчуле найти ее личик? 100% сэмпая. Они все сэмпая выглядели. Даже мальчик. Нет? Пошли искать лифчик. Мы идем за лифчиком, лифчиком, лифчиком. Интересно, как она могла потерять лифчик? На улице. О, нет сестричка. Вот это буфера. При ней можно спокойно убить человека, она ничего не скажет. Да? Да. Хватит ее хватать. Я знаю, чего ты занимаешься. Ты хочешь сфотать ее буфера. Нашел. Это лифчик? Все, возвращаемся в класс. А, здесь мы должны сделать ему признание или не сделать. Так. Что, если довести его еще до сюда? Ну, за шкирку. Да, про инкубатора. Ну. Ну, сначала об голову что-нибудь такое разбить. Ну, или про инкубатор. А, подожди, наверное, с ним ничего не можем сделать. А мы сейчас придем в школу, а там училка. Я поставлю задачи. У вас очень вкусно. Сыр, мышелок. Сыр. Please try to make it to class on time. Take your seat. О, нас пустили.